Ждать идеальных условий – это значит упускать возможности, и я это знаю. Каждый день, когда я откладываю свои цели, я теряю шанс стать лучше. Джон Кеннеди говорил, что лучший момент для изменений – это сегодня. И это правда. Мы часто думаем, что нужно дождаться подходящего момента, но на самом деле этот момент, он уже здесь. Каждый шаг, который я делаю сейчас, приближает меня к моим мечтам. Не позволяй страху или сомнениям останавливать тебя. Начни действовать прямо сейчас. Маленькие шаги ведут к большим переменам. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Время действовать – это сейчас.